У юбилейный год с новыми возможностями у Гомельской областной больницы установили новые аппараты ультразвуковой диагностики. Такий подарунок установе до 75-летия сделало керавництво облвыканкама. С подробязностями Евгения Кухаронок. 70 тысяч пациентов штогод звертаются за медицинской допомогой у приемное отделение Гомельской областной больницы. 36 тысяч проходят лечение. И 80% из них користаются послугами отделения ультразвуковой диагностики. Нагрузка значная. Высокая отказность за якость доследования потребует постоянного обновления обсталявания. На початок 2019 года у Гомельской областной больницы використовувалося 16 аппаратов ультразвуковой диагностики. Из них только 4 были молодейшие за 10 годов. Зараз, дякуючи сродкам, выделенным Гомельским областным выконавчим комитетом, закуплены 4 новые аппараты высокого и экспертного класса. Их огульный кошт склал 717 тысяч рублей. Надо сказать большое спасибо нашему председателю Гомельского областного исполнительного комитета за то внимание, которое он уделяет вообще отрасли здравоохранения, в том числе и Гомельской областной больнице. Решение этого технического вопроса осуществляется круглосуточная работа на этих аппаратах, поэтому загрузку мы гарантируем. Использование, так сказать, в нужном направлении оборудования тоже будет так, как надо. Три апарату усталявалі непасрэдна ў аддзяленні ультрагукавой дыагностыкі, чацвёрты ў прыёмным. Гэта дазволіць на самым пачатковым этапе знаходжання пацыента ў бальніцы абследаваць яго на высокім узроўні. Да таго ж, новае абсталяванне адкрывае перад дыагностамі і новыя магчымасці. З апаратамі экспертнага класа ўрачы змогуць выкарыстоўваць на практыцы інавацыйную тэхналогію – эластаграфію. Яна прымяняецца для ранняй дыагностыкі рака малочнай і шчытападобнай залозы, таксама пры паталогіях печані. Это новый метод исследования, который позволяет отдифференцировать и поставить заключение врача ультразвуковой диагностики именно каких-то новообразований, различных изменений структур, например, печени по типу гепатитов, циррозов, то есть различить, потому что по картинке, по Б-режиму одинаковая картинка. Как раз-таки эластометрия позволяет отграничить это, отдифференцировать. Отделение ультрагуковой диагностики у областной больницы организовано в 1990 году. Починали працевать на аппаратах, отриманных по гуманитарной допомозе. С часом удоскональвалося обсталявание, з'являлися новые методики. А гэтае обновление дозволит сделать диагностичную послугу еще больше доступной и якостной. Евгения Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».